На минувшей неделе Славянский район встретил гостей, представителей ректората Кубанского аграрного университета. О чем пообщались представители вуза с руководителем муниципалитета, смотрите в следующем материале выпуска. Делегацию вуза возглавил ректор Александр Трубилин, профессор, депутат законодательного собрания Краснодарского края. Началась встреча со знакомства с районом. Гостям был показан фильм о Славянском районе. Затем Роман Иванович рассказал участникам встречи об итогах деятельности муниципалитета за 2013 год. Много приходится созидать, строить и по социальной сфере. Мы в этом году стали одни из лидеров в крае по строительству детских садов и вводу дополнительных мест. Мы ввели 535 мест по дорожной карте. Это, я считаю, достаточно серьезно. Делегация университета посетила наш район не случайно. В виде Славянского района порядка 500 студентов проходят обучение в Кубанском государственном аграрном университете. Многие его выпускники сегодня занимают ведущие должности на ключевых производственных предприятиях и в администрации района. В рамках встречи Роман Синеговский подписал с Александром Трубилиным соглашение о подготовке кадров. Это взаимовыгодное сотрудничество, ведь студенты, обучающиеся как по целевым направлениям, так и на договорной основе, в будущем это квалифицированные специалисты для предприятий Славянского района. Ректор вуза Александр Трубилин отметил, главная цель их приезда – это в первую очередь познакомиться и узнать, как развивается муниципалитет. Для ректората университета бывать в тех районах, откуда приехали их студенты – дело привычное. Славянский район – один из основных поставщиков. Для нас, абитуриентов, это для нас очень важно. Сегодня обучается ни много ни мало более 500 ребят, которые представляют Славянский район. Ну и в целом я считаю, что Славянский район на сегодняшний день один из ведущих районов края. По многим позициям, прежде всего в агропромышленном комплексе, да и промышленность развита достаточно неплохо. Поэтому мне было очень важно привести вот своих коллег, показать, чтобы посмотрели и понимали, как сегодня развивается район, как развивается край. Продолжая знакомство с районом, гости посетили несколько бюджетообразующих предприятий, среди которых Славянский кирпич, а также сад-гигант, в котором выращивают плоды и овощи. Экскурсию для гостей проводили выпускники, ставшими грамотными профессиональными специалистами. Это лучшее доказательство высокого качества образования, которое дает Кубанский государственный аграрный университет. В составе делегации было 19 деканов разных факультетов. С большим интересом они посетили предприятия нашего района. Они отметили, хорошо, что их студенты после окончания обучения будут работать на таких предприятиях. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».